Здорово, Прайд, здорово. Вообще, я тут... Во-первых, огромное спасибо, да, за 7 месяцев. Я тут пока подготавливаю все. Че, ты набегался в свой этот... дурдом? Ща приду. А я теперь ближайшие пару месяцев буду стримить днем. С 12 где-то до 6, до 5. Ну, сегодня до 4, потому что у меня смена в 5. Так, секунду, я тут сейчас кое-что вспомнил. Мне надо во Флуде похвастаться подарком на 23 февраля. Так. Блин, жаль, что этого не было сейчас, как его, алерта. Потому что я, блин, звук-то весь выключил. Но я его слышал. Так, где эта хрень? Ну ладно, пока таймер еще идет. Господи. Не, слава богу, придумали этот USB 3.0, потому что на USB 2.0 только сколько времени надо было открывать фотографии на с телефона, это просто усраться. Невозможно выбрать несколько элементов. Ваши файлы слишком большие. Блять, как я это обожаю. Боже ты мой. Изменить. Мне открывается 3 пайнта. Изменить размер, проценты. 80. Окей. Тут тоже изменить размер. 80%. Сюда, сюда и сюда. Причем, что забавно, подарок, по сути, сам себе. Мне чуть-чуть там денег дали. Знаешь, Прайд, вот есть такое выражение: меньше знаешь, лучше спишь. В моем случае, меньше знаешь, меньше тратишь денег, блядь. Потому что как только начинаешь разбираться в какой-нибудь хуйне. Почему, типа, вот это стоит дешево, вот это стоит дорого. Ты после этого дешевую вообще не хочешь покупать. Просто ни при каких обстоятельствах. Это ты сидишь и думаешь, блин, ну это же дерьмище полное. Надо брать, сука, дорогую. А дорогая стоит. Просто ёбнуться, сколько она стоит. У меня отец просто охуел, когда услышал эти цифры. Скажи, пожалуйста, Прайд, ты знаешь какие-то не такие шуруповерты?
Так, ладно, можно уже начинать, там, по-моему, таймер вышел. Ну, вообще-то да, это шуруповерт, потому что раз в пару-тройку лет надо что-нибудь подкрутить и вот этим вот крутить что-то длиннее 2 сантиметров просто невозможно. Рука просто отваливается. Единственный мелкий перфоратор, который ты, скорее всего, видел, он где-то раза в 3 больше, чем этот шуруповерт. Это, ну, во-первых, это дрель шуруповерт, потому что просто шуруповерт, и там нету патрона, там сразу под биты идет, но я не понимаю, на кой хуй покупать настолько узкоспециализированный инструмент. У меня товарищ такой купил. Но я что хочу сказать. Я, когда вот 23 февраля было, я еще не знал, типа, всей этой темы с инструментами. И я думал, сейчас куплю просто шуруповерт обычный за 5 косарей. Ну, такой, знаешь, что дешманский какой-нибудь. Не Makito, а даже какой-нибудь, скорее всего, зеленый Bosch. Самый дешманский. А потом вдруг я начал смотреть такого мудака по имени Матвеев, блядь. Фамилия у него. И с этого момента, блядь, началось, что надо покупать бесщеточный инструмент. То есть двигатель, чтобы был, электродвигатель был без щеток. У шуруповерта должен быть не 0,8-10 мм патрон, а хотя бы там до 13 мм патрон должен быть. Аккумулятор должен нормально сниматься. Должно быть так, чтобы им можно было сверлить, то есть где-нибудь в районе 50 ньютон-метров должен быть максимальный крутящий момент, блядь. А так как я фанат Makita, я такой посмотрел, не хотел просто DeWalt покупать, хотя цена вроде примерно такая. В общем, вместо 5 косарей за шуруповерт получилось 14,5. Так, я пытаюсь вспомнить. Не, понимаешь, чем я раньше сверлил? Я никогда в жизни не сверлил. У меня никогда в жизни не было херни за 5К. Была у моего деда и у моего дяди. Не, подожди, подожди. Была у моего деда и у моего дяди, я так скажу. Этот шуруповерт, блядь, вот за 5 косарей, который еще в нулевых продавался, эту херню даже в руках держать неприятно. Там, блядь, пластик, такое ощущение, что дерьмо сейчас развалится. Сверлить им никто даже не пытался. У нас тогда была еще советская дрель, дубовая, блядь, металлическая, которая вот видно, что вот качественный материал. А сейчас, как бы, потом, короче, дрели были обычные у нас. Я тебе сейчас расскажу историю, пока никого нету. Сейчас расскажу такую историю. Такая ситуация, в общем, возникла в моей жизни, что первый раз я... Дрель? Ну, она, может быть, столько и стоит. Сейчас объясню. Была ситуация. Надо было проделать несколько дырок в кладке вот этой. В стене. Для того, чтобы прихуярить плинтус. У нас была дрель. Не знаю, советская, китайская, российская. Скорее всего, российская. Я понятия не имею, сколько она стоила, но, в общем, смысл в том, что мы разъебали в нахуй 2 сверла, что в конце образовался шарик, то есть им сверлить было невозможно. Что мы сидели, короче, стояли и долбили вот так вот, блядь. Это еще на полу, потому что плинтус на полу, блядь, был. Я возненавидел, я не мог понять, как мастера нахуй работают. У нас на это ушло, когда я еще был в школе, часа 2, нахуй. На то, чтобы просверлить 10 дырок, 2 часа. 10 дырок. А может быть и больше, я не знаю, я не считал, у меня тогда часов особо не было. И, в общем, в чем прикол? ПТСР, я не знаю, что такое ПТСР. В чем прикол? Наступил 2015 год. Мне 21 год от роду.
Как раз таки, даже 20 лет тогда еще было. Еще это было начало июня. 20... А, у меня Steam вообще не запущен. Я сижу и думаю, блядь, а где игра? Да. И там, короче, нам нужно было крепить к стене короба для проводов. Я в терминах особо не разбираюсь, но вроде как это называется короба. И я взял древний, блядь, как жопа мамонта, Макитовский перфоратор, который я даже потом не нашел в продаже. Настолько он, сука, был древний. С мощностью, с ударом 1,7 джоуля. И смысл в том, что я, блядь, дырку в бетонной стене советского нашего института, МГИУ он еще тогда назывался, одну дырку сверлил, блядь, за 2 секунды, блядь. Как же это называется? Сверло? Победитовая по бетону, блядь, заходила за секунду, нахуй, на глубину сантиметров 10, блядь, я, по-моему, сверлил. Просто как в ведро. То есть в 21 год я первый раз в своей жизни подержал нормальный инструмент. После этого, блядь, никакое, нахуй, говнище китайское я, блядь, в руки брать вообще, нахуй, не хочу. Я уговорил потом, когда я еще не работал, родителей еле-еле купить новый макитовский перфоратор, который 2,7 джоуля. HD или HR2450, в котором есть функция дрели. И который может просто долбить, то есть можно купить долото и что-нибудь раздолбить, какой-нибудь кирпич от нехуй делать. Смысл в чем? Смысл в том, что я почему купил именно дрель-шуруповерт, потому что, во-первых, здоровенным 4-килограммовым или не знаю сколько там, килограмма 3 точно, перфоратором ты саморез не закрутишь, тебе будет просто неудобно, даже если удержать двумя руками. Это во-первых. Во-вторых, если им сверлить что-то, не относящееся к бетонной стене, например, я пытался им сверлить плитку в ванне у бабушки, то можно нахуй разъебать плитку, даже если подобрать нужное сверло, потому что, еще раз, это огроменная, блядь, дура, вот такого, блядь, размера, которая вот реально вот чисто дырдочки делать в бетонной стене. И в итоге получается так, что у нас сейчас в квартире ровно два нормальных инструмента. Мой новый шуруповерт и мой перфоратор. Все, больше нормального инструмента нету в квартире. Есть, блядь, сраные китайские развалившиеся отвертки. Ну, как, я понимаю, что все сейчас делается, даже Makita вот это новое делается в Китае. Дело в том, что no name, блядь, Китай, который делается по заказу наших уёбков, блядь, продаванов, чтобы продавать отвертки, блядь, за 15 рублей, и они разваливались через день. Вот как бы вся история. Чтоб ты просто понимал, да, Epic Games когда-то делали игры. Во-первых, я не считаю Epic Games апогеем зла, даже несмотря на существование Epic Games Store, потому что, во-первых, они сделали самый, наверное, стабильный движок, делают, наверное, самый стабильный движок в истории игр вообще, это Unreal Engine. И у них вот эта игра неплохая, Unreal Tournament, в принципе, неплохой. Если вы младше 7 лет, Fortnite для вас тоже отличная игра. Да, я считаю их, конечно, капиталистическими террористами после того, что они устроили в 2019 году. Я уже, блядь, думал, все, можно на консоли просто, блядь, переходить, чем, блядь, 50 себе лаунчеров устанавливать. Окей. Я просто себе это дерьмо принципиально не буду ставить. Я не буду играть ни в одну игру, которая является эксклюзивом. Или являлась даже эксклюзивом. Для Epic Game Store. Я никогда ставить его себе не буду. Я уже 100 раз объяснял, почему. Знаете, почему мне постоянно предлагают сложность выбрать? Я, кстати, думаю, что... Так, надо будильник поставить, потому что я боюсь на работу не успеть. Ой, я дегенерат. Я забыл, что у меня пипега включена на телефоне. Так, 16:15. Я думаю, у меня потом еще будет время для какой-нибудь этой дойти. Катсцена. Конечно, я помню, как я стримил этот... Skyrim VR перед работой, блять, это было просто невозможно. Ты просто сидишь и долбишься на часы.
А уже там сколько там времени мне поиграть осталось? Да. В 12 часов дня. Пятница. Московское время. Еще один человек, который... Я нашел еще одного человека, который не читает чат. Так, я пипегу обратно сейчас врублю. А, да, что еще хотел сказать. Потом, короче, вот той дрелью, которой я 3 часа делал дырдочки в бетоне, 10 дырдочек, эта дрель потом у меня в руках загорелась нахуй, когда я делал дырдочки уже в дереве. Поэтому не дай бог, блядь, еще что-то подобное в руки взять. Причем я бы еще понял, если бы сгорел этот двигатель. Нет, блядь, загорелось основание провода. А, да. Забыл еще одно самое важное перед тем, как начать эту замечательную игру. Врубаем эффективность на мышке и ставим 1050. Бдзинь. Я до этого дал ссылку на игры, которые будут независимо ни от чего. Я написал список. У меня там на нулевом месте стоит ремейк 4-го Резидента, если он когда-нибудь появится. Как думаешь, какой Резидент выйдет в этом году, кроме Реверс, который нахуй никому не нужен? Я тоже так думаю. Хотя они могут что-нибудь анонсировать за месяц до выхода буквально. Я на самом деле тоже хочу ремейк Вероники, потому что оригинальную Вероника она настолько душная, блядь, что я реально... Я ёбнулся просто. Я не помню, ты, по-моему, даже не смог досмотреть со мной тот стрим. Я ее 30 часов, по-моему, проходил. А у меня сейчас, кстати, это и грохнет. А нас окружили, типа, или чё? Так, понятно. Я сначала даже не понял, что здесь происходит. Incoming! Over! Хотя, скорее всего, знаешь, что все Вероники... Вероника, знаешь, почему может не быть? Потому что это, блядь, эксклюзив для ебаного PlayStation. И, скорее всего, если сделать ремейк, сделать ремейк тоже для PlayStation. Вероники никогда в жизни не выходил ни на чем, кроме PlayStation. Incoming. We need to secure this courtyard. Move out. На Дримкасте. У Сеги были 6-е поколения консолей. Rock and roll. Oh, yeah. Нет, слушай, ты Дрим... ты, по-моему, Веронику кое с чем путаешь, секунду. Точнее, не Веронику, а Dreamcast кое-что путаешь.
А, да, блядь, реально, Dreamcast. А, она еще и 98-го года, блядь. Я был уверен, что Dreamcast, она ведь создавалась как этот, как, боже, конкурент первой плойки, блядь. В 90, сука, 8-м году. Не, ну понятное дело, что она помощнее была, но до второй плойки. А, но я теперь понял, почему игра выглядит так всрато. Потому что Dreamcast, она чуть мощнее PlayStation 1. Собственно, на этом история Sega и закончилась, как какого-то конкурента, потому что они конкурентоспособную консоль выпускали года через три. Ну да, PS1 был 95-й год, PS2 2000-й год. Dreamcast вышел как именно конкурент первой плойки в 90, блядь, 8-м году. Сука. PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4. Бля, кстати, я ее купил за 1,5 рубля на PlayStation 4. Она на английском, блядь, пришлось скачать эмулятор на вторую плойку, блядь, играть на второй плойке. Сука. Ну, хорошо, берем, убираем не эксклюзивность. Dreamcast, PlayStation 2, GameCube. Кто-нибудь из вас в своей жизни видел GameCube? PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4. Xbox One нет. Пока я не вижу. Честно. Оригинального Xbox тоже не вижу. То есть это какой-то этот, я не знаю, полуконсольный эксклюзив. Но Switch прикольно, если его взломать, потому что, блядь, я не знаю, насколько надо быть богатым или ёбнутым для того, чтобы покупать игры времен PlayStation 2 за 5 рублей сейчас. Конечно, еще. Ой. Три месяца пользы, собрался продавать и покупать Xbox, на вопрос, нахуя он его покупал? Из-за скидки? На самом деле, вот что забавно в этой во всей ситуации. Есть ведь этот. Ой, это долго, это свои. Valve решила конкурента сделать среди мобильных консолей. Создать свою вот эту вот хуйню. Steam Deck. Маленькую. Правда, она весит больше полкило, больше чем полкило. И мне кажется, они с этим Steam Deck уже заранее жиденько обосрались по той причине, что Steam Deck нельзя купить в России. То есть они целый кусок рынка просто нахуй послали. И правильно делает человек. Хоть на Switch и есть какие-то там игры, ну, из такого, так сказать, же глобального списка, типа там Doom 16 года, первого Dark Souls. А по факту эта консоль, она находится.
Это да, это однозначно. Единственное, что Xbox нахуй не нужен, если у тебя есть нормальный комп. Да дело не в портативном дерьме. Дело в том, что он вышел, ему сколько уже? Лет 6, наверное, блять. Они уже давным-давно, где-нибудь года 2 назад, должны были сделать вторую версию. И чтобы на ней можно было играть какие-нибудь более-менее современные игры, а не только ту сань, которую они выпускают. Я могу его распилить? Блять, чел, Apex. Apex, знаешь, что самое забавное? Apex сделан на Source, но то, какое-то говно лагует, это просто пиздец. Я вообще в него не собираюсь больше играть никогда. У меня комп 144 Гц не тянет на минималках в нем. Я, блядь, не знаю, зачем это играть вообще. Но это, ну, там понятно, конечно, игру делали для аж обоссанных шкалеров. Как и 95% этих всех батл-роялей. Кроме, наверное, Warzone и PUBG. Но Warzone — это казуальная срань, а PUBG делают уебаны. Как говорил доктор Disrespect, который наиграл во все эти батл-рояли где-то часов, не знаю, 1010, он говорил, ни одного нормального батл-рояля пока еще не сделал. В принципе, он прав, судя по тому, что я видел. А, у нас еще и все легли. Ну да, я побегал один раз, мне хватило. И дело, ты знаешь, даже не в графоне, а в том, что, блять, нет вообще никакого интереса играть в Battle Royale, где можно просто бежать вперед и все. И нет никакой, ну, понятное дело, что есть какой-то страх за свою жизнь, но что-то как-то настолько похуй. Не знаю, может быть, потому что я играл в скваде, и в скваде не так страшно. Твою мать. Ну, тебе да, мне нет. Я за большую хардкорность. Даже, не знаю, не за хардкорность, а за некий саспенс, когда ты, я не знаю, реально ползешь раком 20 минут, просто чтобы дожить до ебаного пятого круга условно, а не на похуй идешь куда-то, бежишь, никого не встречаешь. Тебе, слушай, Прайд, тогда стоит в Fortnite поиграть, мне кажется. Ты про... Больше похож на Battle Royale. Ты сейчас про PUBG или про... Apex, я просто немножко запутался. Ну да, я просто хотел бы реально поиграть в хороший Battle Royale. Warzone я качать не хочу, честно, потому что она тоже выглядит какой-то казуальной. Я играю в PUBG, но он реально, но он настолько всратый. Вот, ей-богу. Его причем как будто бы специально сделали всратым.
Здорово, Мамацу. Овер будет завтра на этой неделе. А потом его не будет, и я не знаю сколько, пока не пройду Elden Ring. Nice. 30 годам, кстати, может быть, и научусь играть в овер. Как раз у меня где-нибудь 1500 часов уже будет. Я сейчас в овере просто только в книг хожу. И... Мамацу, вот, блять, как играть за ебаного хомяка? Я за всех танков более-менее понимаю, что делать. Но, блять, как только я беру в руки хомяка, блять, вообще, сука, ни в пизду, ни в Красную Армию. Что-то там катаешься, падаешь, блять. Пытаешься добить хила с помощью вот этой пукалки его сраной, у которой урона меньше, чем у Трейсер. С 10 метров. Incoming. We need to secure this courtyard. Move out. Полобойму в голову пускаешь, блять, Дзен все еще жив. Хочешь спросить, что ты делаешь не так? Кстати, Мамацу, я не думал, что кто-то днем придет, потому что я всегда стримлю вечером. А ближайшие пару-тройку месяцев я буду стримить днем. Ой, господи, не днем, а... Да, днем. Господи, я тут, знаешь, что подумал, правильно, я что-то запизделся? Может быть, ты, не, конечно, не обращаешь на это внимание, но я вот на этой вот локации сижу уже, наверное, час, блядь, из-за сраных бумеров. Может, вообще не уходить вот из этого кусочка земли? Тут как раз идеальное укрытие. Так. Блин, конечно, то, какая в этой игре стрельба, это просто пизданулся. Причем дело даже не вот не в механике укрытия, а именно, блять, в стрельбе. Она даже не консольная, я даже не знаю какая. Можно назвать стрельба а-ля... Я даже не знаю. Fallout 3. Edition. Когда в голову целиться бесполезно, потому что даже если ты будешь целиться идеально в голову, в нее из очереди из трех пуль шансов где-то 50% полетит один. Это не Коул там херачит? А вот это уже проблема. Так. Я молчу про то, сколько пуль надо выпустить во врагов, чтобы они умерли. Так, ну я, пожалуй, попробую поднять всех ребят, потому что я...
чтобы они просто себя бумеров отвлекали. Ага, попробовал. Блять, заебало. Сколько уже? 41 минуту я сижу на одной точке. Incoming. Я напомню, это легкая сложность. Так. Secure this courtyard. Move out. Blocking my shots. Got one. И эти еще, блин, стреляют по две пули. Fight through the pain. Какое-то напряжение, блядь, пошло в такой игре. Еще не всех убили. Окей. Блин, 15 патронов осталось. Да ладно, они оставили после себя свою пушку? Хорошо. Что такое ТТК? Form up! Control, this is Delta, confirming 1-9 report.
First drop zone aborted. We are at East Barricade. I repeat, East Barricade. Over. Copy that, Delta. Be advised, there are survivors at 2-5's crash site. Then that's our first stop. What's the situation on the ground? You have two options, Delta. You can take the street, or move through those buildings ahead of you. Well then, Control, we'll take both. Baird, you're with me. Gus, Dom, без разницы. Take the building and cover our back. Все зависит от противника. We'll Если do. Мне 40, блядь, минут надо бить челика, у которого, который ростом с меня, блядь, это вызывает вопросы. Когда мне 40 минут надо бить какого-нибудь сложного мини-босса, это норм. Ну, не 40 минут, конечно. Я не знаю, там... Секунд 15, условно. Опять же, понимаешь, time to kill — это понятие очень растяжимое. Потому что, например, возьмем Sekiro, твоя любимая. Там можно процентов 80 врагов, в том числе и мини-боссов, почти мини-боссов, убивать одним ударом со спины. Можно подогнать... потому что я не знаю, я вообще не знаю, есть ли в этой игре хедшоты по той причине, что, блядь, стрельба как в третьем Fallout'е, блядь. То есть патроны летят, то есть радиус этого круга, он вот такой вот, радиус разлета. То, сколько я здесь убиваю рядовых врагов, мне не нравится. То, сколько здесь умирают бумеры в этой игре, которые вот эти здоровые и орут бум, вот это, ну, как бы сойдет. Там на них по две обоймы надо. Умер. Вообще идеальные игры, в которых можно врага убить из одного удара, и можно, в принципе, с ним ебаться и по минуте. Ну, если, конечно, это, так сказать, ну, ты все при этом делаешь, ну, правильно. Опять же, взять тот же Sekiro. Там можно этого гиганта убить за 10 секунд почти. Ну, 10-15 секунд реально. А можно с ним ебаться реально там минуты 3. А в кого стреляем вообще? Как вы на... мы разделились, они поверху пошли, а я понизу. Я гений. Какая-то душка пошла. Меня взрывают всяким дерьмом. Блин, мне надо было, короче, понизу, поверху идти. Потому что меня сейчас внизу просто заебут. Oh, yeah.
Я честно, вот что забавно, я в него буду играть. Он, то есть, короче, сейчас объясню. Он выходит в 2 часа по МСКВА. То есть 4 часа по твоему времени. И смысл в том, что... Как это объяснить? Я в него ночью поиграю. Где-то часок. Это уже завтра будет, получается, в четверг. Ну, в 2 часа ночи в пятницу, понятно. Играть буду часов 12. Часов 20, часов 12 на самом уже стриме. Но что-то вот вообще не жду. Я не знаю почему. Мне просто некоторые моменты в этой игре очень сильно не нравятся. Вот именно уже по скриншотам. Вот, например, там есть гигантское белое дерево, которое раньше, то есть Миядзаки делал отсылки к Берсеркеру. Точнее, к Берсерку, к манге. А сейчас он просто спиздил оттуда это дерево. То есть откровенно спиздил. То есть погугли Берсерк, большое белое дерево, блядь. Посмотри на скриншоты из Elden Ring. Я такой, чел, ты не слишком ли охуел так откровенно пиздить контент? Ты не обосрался в Секиро, тебе просто стало лень в него играть. Я что-то явно играл неправильно. Я хочу увидеть, как это делается, делать вообще надо. Как это делать вообще надо, Прайд? Секиро я уже играл раз 4 на стриме. А в Elden Ring я так скажу, он мне не понравится. Ты просто не дошел до боссов. По сути, первый босс в игре это бабка в воспоминании. Ты на него не дошел. Вечеринка, но это, блять, Молот Зари так работает в этой игре. Там тут, короче, у нас куча орбит. Что, блять? Отсюда? Ладно. Да. У нас куча орбитальных спутников. Мы за какой-то хуй, как говорят в ролике, в превьюшке в этой игре. Сказали, что мы уничтожили собственную цивилизацию. На кой хуй, непонятно. Если что, я напомню, это не на Земле происходит. Это какая-то, блядь, колония, как в Вархаммере 40К. Где под землей всегда жили эти черти, а мы туда прилетели и устроили демократию. А потом они устроили демократию нам. Ну, если бы ты дошел хотя бы до... Да даже, блин, нахуй, это дело даже не бабки. Там есть один челик, супер-ниндзя, с двумя фазами. Вот он, веселый парень. Он сидит на том месте, где ты резаешься в самом начале игры. Кстати, если что, все мини-боссы не возрождаются, как и боссы. И если там даже где-то в Секиро надо далеко бежать до босса,
Ты можешь всех игнорить. Ты можешь просто всех игнорить. Если ты, например, про быка говоришь, то там мимо всех этих залупоглазиков можно просто пройти. И никто тебя не заденет. Они реагируют по 15 минут. Можешь идти, да, в скрытности по крышам. Это идеальный вариант. Там просто еще смысл в том, что можно всех обойти, вообще 95% мобов. Именно там, где вы, их можно обойти, блядь. Их всех можно обойти, короче, справа, по крыше. Но там не очевидное место. Triple C door is secured. We need you to unlock it from the guard station above. Roger that. We're almost there. Hammer of Dawn is offline. Но если просто понимаешь, когда их там масса стоит, их всех со спины надо убивать. Для этого я и говорил, что надо качать скрытность, иначе ёбнешься. Один против пяти там воевать, неважно, насколько они слабые. Там три самых рядовых помойных челика, они могут красную шапочку трахнуть. Даже два могут трахнуть красную шапочку. Блин, я хотя бы до контрольной точки дошел, мне просто страшно, реально. И ужасно хочется спать, потому что я последние несколько дней спал в это время всегда. А у меня последняя банка энергетика. То есть мне нужно прям реально сидеть и вот перетерпеть вот этот момент. И лечь вовремя, часов 2 ночи. Что? Это шутка какая-то? Я для тебя какая-то шутка? Scratch one grub. Rock and roll. Слава богу, Прайд, тебе не пришлось в своей жизни играть в Dark Souls 2. Там про. Там есть DLC. Коридоры, где дойти до босса, это уже подвиг. Просто дойти до него. От костра. Я там, блядь, сгорел. Мой товарищ сгорел. Все там горели на этом месте. На этом ебучем железном проходе. Нет, там не нужен гайд, там именно... Там нужно именно, блядь, пострадать какое-то время. Очень сильно. Блять, нахуй я пошел понизу. We're at the lecture hall now. Nice work, Delta. The crash site should be just ahead. Roger that. Он пиздит, когда в него стреляют. Looks like we'll have to meet you at the site. Который буду играть с удовольствием. У меня рели есть надежда, что они вставят крутых боссов, сделают авто... Сука, сейф перед аредами с боссами. Прайд. Нет. Никаких автосохранений перед боссами. Потому что Миядзаки.
Вот себе скорее хуй с яйцами отрежешь, чем где-то сделать автосейва, я тебе просто говорю. Но он добавил... Хотя нет, это неправильно. Я не уверен, кстати, что я ее пройду. Я вообще не уверен. Потому что я буду нормально смогу воспринимать эту игру только после появления гайдов первых. Как секира. Тут еще и пулеметная точка была. Ну, получается, плюс этой дороги в том, что мне не пришлось с ней разбираться. Хочешь, я тебе скину? Я, правда... Там, правда, не работает трейнер на опыт. А, нет, такого трейнера нет. Есть только классический трейнер в классическом понимании. Щитов. Прайд. Тебе не нужен тренер, ты можешь делать сейвы, как я. Причем прямо перед боссом. Там тебе максимум метров на 5 назад откинуть. Делать тогда, как я, сейвы. Я, например, у меня сейв с быком, он прямо вот перед входом на арену. Там только двух чуваков надо убить. Да, там позиция... Смотри, там смысл такой, что тебе нужно несколько раз зайти в паузу. Просто старт-выход. Ну, то есть не выходить из игры, а просто вот несколько раз нажать паузу, чтобы игра сохранила твое местоположение плюс-минус 5 метров. И желательно, так как вот перед быком там на входе стоят два человека, вот их лучше убить одного с одним просто поебаться, а одного убить со спины. Остальные к тебе не придут. Я бы это сейчас показал, но я сейчас стримлю немножко другую игру. Но иногда тебя может не прям в той точке залоудить, где ты встал. Там плюс-минус 5 метров, опять же. Drop it! Now! They're not going anywhere yet. All right. Dom and I will go ahead, clear the way. You catch up when you can. Control, this is Delta 1. Delta 2 is caring for wounded and flagging for pickup. Is the conservatory clear? As far as I can tell, Delta 1. Then that's our route. О, сейчас, по-моему, один из лучших моментов в игре будет. Беготня от тираннозавра Рекса. А, слушайте, есть кто-нибудь еще на стриме? Кроме меня и Прайда, и меня с ноутбука. Просто, Прайд, вот, давай я просто тебе буквально 5 секунд. Ну, не 5 секунд, чуть побольше. Думаю, ничего страшного не случится, никто не обидится. Включим только геймпад. Да, с этим, блядь, теперь проблема. Разрешить. Но вот меня с ноутбука... Так, ладно, он, короче, то ли севший, то ли хуй его пойми что. Блять, как бы его на зарядку-то поставить-то? Ёб твою мать, он, по-моему, от зарядки. Если его воткнуть в зарядку, он не работает. Блядь, сука. Секундочку.
короче, да, он севший, сука. Короче, логальный диск C, пользователи Snickers, PPData, roaming. Секира, bool.rar. Так, нет, я, короче, на всякий случай добавить в архив x0, текущий сейф как бы, bool.rar, извлечь в текущую папку, да, заменить для всех. Блин, у меня опять губы шелушатся. И вот я перед быком. Я, правда, тут чуть немножко хп потратил, потому что меня эти товарищи коснули. Вот бык. Играть, понятное дело, я сейчас против него не буду. Так, теперь его надо вырубить. А, как его... А, ты хочешь посмотреть? Ёпта, я не на том геймпаде, поэтому сейчас буду путаться в кнопках. Ну ладно, я попробую. Блять, ты еще и с мышки играешь. Нет, на самом деле, смотри, в этой игре... В этой игре... Ну, не знаю, как это правильно назвать... Есть подобие читов. Точнее, здесь есть фатальный баг, который не будут исправлять. И это багом не считается. А баг заключается в том, что если бить врагов не прямо, вот, которые именно хуманоподобные враги, не прямо их бить, а бить чуть-чуть под 45 градусов, например, вправо или влево, они не блочат твою атаку. И все получают по ебалу. И это багом не считается. Так, у меня понятно, геймпад севший. Блять, чего они все садятся-то, ебаный в рот. Ну, блять, реально, не баг, а фича. Если что, я не помню, как вообще кнопки работают в этой игре. А, но эти пидорасы и хуесосы, блядь, не дадут мне убить, осуждаю на всякий случай. Я не могу, реально, у меня руки не на тот геймпад заточены.
Пиздец, как же трудно, вот реально, просто поменял эту хуйню и все уже невозможно. Все, он сошел с ума. Он ударяется об стену, он падает, и все. Ну, это должно выглядеть не настолько криво, блять, но мне просто неудобно играть. Как-то так, Alt F4. А, у меня еще и коннект не идет с этой хуйней. Тут, понимаешь, тут еще надо... он, короче, когда разворачивается, его надо под углом где-то в 75 градусов бить по башке, но чтобы он не начинал башкой махать по кругу. А я сейчас не мог это сделать, потому что, блядь, я не могу, нахуй, я отвык от этих сосков. Тут важно использовать петарды и не забывать то, что когда у него остается меньше 30% хп, он просто должен вбегать в стену, после этого ты его добиваешь. А если там какой-то особой тактики тут нету? Ну, может, конечно, спидранеры умеют ему как-то на бушку прыгать или еще какую-то хуйню делать, но я знаю только одну нормальную тактику. Надо заходить ему сбоку и бить по башке при этом. Но, блядь. Сейчас что-то вообще не получалось. С этой херней. Мне туда вообще идти? Или я оттуда вообще приперся? Судя по звуку, да, туда я иду. This door. You know what that means? Yeah, I know what that means. Take cover. Вообще, на самом деле, знаешь, что я тут сейчас подумал? Блять, секунду, я хочу его перепройти. Я сейчас посидел и кое-что понял. Так. Блядь, чем я нахуй занимаюсь на стриме по Gears of War? Кристина спит, кстати? Я представляю, какой он чел, знаешь, решил поностальгировать, заходит в тобой в стрим, блядь, чел, блядь, из одной игры в другую переходит. Сейчас уже... О! Черт с ним.
Да, его, короче, можно блочить. Но это очень трудно. Ну, точнее, я первый раз это пробую сделать. И плюс он постоянно, блядь, огонь накладывает. И это, понимаешь, это еще... Что? Ты имеешь в виду, когда ты быка бил? Начнем с того, его надо бить по голове, по телу в 3 раза где-то меньше урона. Во-вторых, я надеюсь, ты прокачал урон после того, как убил Гёбу Аниву. Усиление урона идет от боссов. А, ты еще и не прокачал. А по телу его минут 40 бить. Надо бошку бить. Надо, во-первых, я говорю еще раз, петарды юзать, у тебя будет где-то 4-5 ударов по башке. Но это весело, да. Не, я вообще на самом деле удивлен, что я был уверен, что не блочится. А потом я тут что-то посидел, подумал, блять, красного значка же не появляется, когда он атакует. И такой, точно! А, значит, можно блочить его атаки в лоб. Правда, главное при этом не сгореть нахуй. Сейчас, я даже хочу еще раз попробовать. Так. Бля, как приятно, когда монитор сразу включается. Стрим, это похуй. Да тут никто не... Нет, понимаешь, если кто-то пришел бы и начал жаловаться, я бы сказал, сори, да, сейчас включу. Просто, по сути, это стрим общения нас с тобой, как в Дискорде в какой-то степени. Мне только единственное, что бесит, что вот эти вот хуйпутовые стоят, блядь. Это был нормальный бой. Правда, я несколько раз его... Вот не будем учитывать то, что я несколько раз его не заблочил. Вот это был нормальный бой. Так. Теперь уж точно Alt F4. Пусть, короче, этот геймпад зарядится. Я просто вот только сейчас обратил внимание, что можно довести его до такой стадии, что он сам грохнется на бок, не въезжая в стену. Если все время реально стоять перед ним, блочить его атаки, при этом не дать себе загореться, у него от блокировки, ну то есть атаки, его самый сильный, когда он тебя вверх вот так вот кидает рогами, он по сути просто, ну... Тебе чуть-чуть огня накладывается, но можно применить противоогненный порошок. Там меньше статуса будет. Там защита от огня появляется. Плюс, ну я не знаю, процентов, наверное, 5 у него слетает концентрация. Причем, ты знаешь, я до сих пор GOV расшифровываю как God of War, а не как Gears of War. War. Блять, неважно. Я на какой-то хер вырубил Пипегу.
А, ну да, тут что-то с блютузом иногда очень жесткие проблемы. Так, я постель убрал, убрал. Все, поехали дальше. Это еще Прайд не видел, наверное, как его спидранер проходит. Секунд за 5 там, наверное, он ложится. Нет, там, если я не говорю про ёбнутые, про читерские стратки, я говорю именно про блять, как это называется-то? Гличли сраны. Где, правда, есть один глич, но он гличом не считается. Мы слишком далеко уплыли. Ты долго там пилить будешь? Он что-то стоит и одну точку пилит. Может, не пойти дыру заделать, я не знаю. Да, там дыра, вот, из нее даже пасет. Frag out! Get that door open. Пиздец. У меня кнопка ближнего боя не работала. Охуенно просто. Ясно, понятно. I'll take that. А, заебись, у меня патронов нет. Не, хедшоты в этой игре все-таки есть. В
that door open now. Control, tell me those satellites are ready. Well then, okay. Dom, let's drop the hammer. Не, ну бумеров, конечно, убивать молотом войны — это читы откровенные. Так. Nice. Nice. Now what? Baird. Situation's FUBAR here. Hostiles everywhere. We're getting the hell out. Roger that. Watch your ass. We'll see you at the house. This date just won't end. Yeah. At least in prison they gave me 3 aunts and a cot. What's that? Shh, quiet. Не просто так он говорит тихо. Ой, не просто так. А, не-не-не, тут сначала надо спуститься. Или, по-моему, тут сначала бой будет. Ой, бля. Мне эта стена не нравится. Ей! Начнем с этого. А как мне, блять, хорошо, когда в меня, блять, с 10 метров попало. Наделись дырки. А, все, я понял, Рофл. Ха-ха-ха.
Все. How about we never do that again? Yeah, that works for me. Долго тут это гореть-то будет? А. Сырая земля, блядь, горит. 20 минут. Пока ее не потушишь. Нормально, что. Чё-то мне кажется, дробовик тут не просто так дают. Мне несколько лотков энергетика, блин, оставить на... работу. Сейчас, ну, не, я сейчас не хочу абсолютно, потому что я сейчас на стриме. Я закажу, но я закажу на выходные. Блин, удачное время сэкономил, конечно. Все, молот кончился. А с кем воюем? Там просто точно есть черти на крыше. Блять, дом. Прайд, ты, по-моему, уже в Р два раза брал, и два раза у тебя его отнимали. Или три. Who's next? Да, кстати, по поводу вот этих VR-ов, у кого, короче, меньше времени, я вспомнил шутку про обрезание там этого витой пары. И вспомнил, там, короче, кто-то написал: никогда не думал, что найдутся два мужика, которые будут спорить, у кого короче. Вот это про вас с Legacy. One grub. Блять, стоп, это я где нахуй? А, нет, все нормально. Больно.
Lock and load. To go. Где? А, все, нашел. Значит, ты еще не готов к настоящим спидранам. Когда люди по 5 лет одну игру хуярят, одну категорию. А вот это уже, кстати, проблема. Инферно, да, инферно это весело. Стильно, модно, молодежно. Живой, что ли? Эта игра пытается казаться к хоррорам, но, к сожалению, у нее это вообще никак не получается. Good to go. Так, секунду, я, знаете, я не могу смотреть на эту сраную красную обводку ОБСовскую. А, у меня еще и захват экрана на какой-то хер врублен. Зачем он мне? Я жду от тебя, Инферно, я все еще жду. I'm right with you. Представляю. Меня сейчас зарвут.
Бля, вот ты так говоришь, все, я ухожу из этой категории. Я как-то вижу, блядь, проходит полгода. У всех, у вас обоих, блядь, САП 44. И вы не знаете, что вам делать уже в этой жизни. I'm right with you. Сейчас, подожди, сейчас какие-нибудь стратки адские найдете. Oh, блин, Прайд, ты бы знал, как мне сейчас трудно сидеть, блядь, когда ты... Когда у тебя вся жизнь построена, что ты... У тебя двухфазный сон, ты 4 дня спишь ночью, 4 дня спишь днем. Вот я сегодня 6 или, ну, где-то почти 7 часов поспал ночью, блядь. И сейчас вот пытаюсь не уснуть перед работой, вот это реально тяжело. То есть, если сейчас я еще как-то могу сидеть, то вчера, блядь, я... Точнее, позавчера я пытался постримить тоже днем, блядь. Где-то до... Вот он, собственно, часа полтора и постримил. И смысл в том, что реально начинает аж тошнить от того, как сильно ты хочешь спать. Причем, знаешь, я знаю, как решить эту проблему. Нужно побольше кислорода в комнату. Тебе жалко новую клаву, что ли, блядь? Ты вот эту старую уже должен выкинуть нахуй, если с ней какие-то проблемы. О, веселая музыка пошла. Чего этой игры не отнять, так и хорошую музыку. Атмосферную. А раскладка, что ли, другая какая-то или? Или размер кнопок настолько сильно отличается?
Тебе тогда стоило ножничную клавиатуру взять, как на ноутбуках. Я просто единственная причина, по которой я не хочу брать механику, это гигантского размера, блять, кнопки. Просто гигантского. Мультимедиа, это хуйня. У меня мультимедиа вообще через кнопку FN жмется, но я им никогда не пользуюсь, потому что мне лень две кнопки сразу жать. Да и плюс, я не знаю, проблема ли это винды, либо чё. Короче, когда ты смотришь фильм через плеер, блять, и у тебя где-то в какой-то вкладке за этим плеером открыт YouTube с каким-нибудь видео, кнопка play-pause, блять, жмётся на YouTube, а не на плеер. Поэтому... В жопу. А ты при этом в игре какой-нибудь сидишь, и ты не можешь, типа, горячие клавиши использовать из самого плеера. Кто-то тут жестко обосрался. Тут, видимо, должен был быть сейчас страшный момент, но я сначала даже не понял, что тут кто-то висит. Ты имеешь в виду, когда он стреляет? Просто Кристина тоже слышит фак. Я пытаюсь понять, в какой момент. И от кого вы слышите? От главного героя или от врагов? Oh, shit. Кристина тоже слышит фак. Sweet. Классика. Ой, блять, они сейчас еще слева меня обойдут. Я не слышу даже фаунда никакого. Может, этот товарищ раненый что-то там бубнит.
На какой секунде клипа? Подожди! Ты вот про этот звук говоришь, фак? Блять, вам с Кристиной реально лечиться надо, нахуй обоим. Блять, это звук быстрой перезарядки. Вот. Ой, вот это была не быстрая перезарядка. Сейчас вот. Get up! Не, реально, у вас что-то у вас не в порядке со слухом, ребят. Ой, меня сейчас убьют вообще. Пулемет вышел. Тут просто понимаешь, что если вовремя нажать второй раз кнопку перезарядки, можно получить буст к урону от патронов, которые ты перезарядил. Да, то есть я могу, вот смотри. А, блять, вы не видите, ёб твою мать, у меня вебка закрывает. Сейчас, секунду, я ж только сейчас понял, бля. Сейчас, секунду. А, нет, не пипега. Сейчас, позиция 10. Здесь, соответственно, позиция. Не спрашивайте, почему у меня фон открреплен от вебки. Я не знаю, как его закрепить. 15. 15, я сказал, сука. Пипегу тогда просто вот так вот ручками перетаскиваем. Ага. Да. На самом деле это просто картинка. Это такой прямоугольник с закругленными краями, нарисованный в Paint.net отдельно. Внимание, вот правый верх экрана. Вот я, допустим, пострелял из оружия. Обычная перезарядка. Обычно. Ничего не происходит, просто перезаряжается. Еще пострелял. И теперь внимание на полосочку под оружием, под патронами. Она, правда, не полная, потому что у меня патроны кончились, поэтому я перейду на другое оружие. Причем можно сделать просто быструю перезарядку, а можно сделать идеально быструю перезарядку, чтобы получить буст к урону. Короче, вариантов нет, их обязательно надо обходить. А вот это вот я не смог нормально перезарядиться, и оружие заклинило. You're
Знаешь, что весело? Когда я, короче, играл в... Я ведь играю в этот, в Overwatch. И я там, когда перезарядку жму, мне просто иногда кажется, что он не срабатывает. Я начинаю, блядь, дрочить эту кнопку перезарядки. И оружие всегда клинит. Всегда, блядь, клинит. Good to go. Точнее, не оружие клинит, а, блядь, магазин застревает. Мне, походу, вообще не сюда. Good to go. Походу, вниз надо. Опа, здравствуй. Пиздец, я пошел, блядь, без ближнего боя на него. Блин, имеет смысл реально пушить здесь. Бля, похуй на него. Они есть. Вот с пистолета я могу реально отстрелить башку. Только я сейчас вообще сдохну нахуй. Вот шлем я ему сбил точно. Не, ну они просто просят. А, все-таки сюда, это значит, я в прошлый раз не добил. Вот я сейчас не вовремя перезарядил и обойма застряла. Но тут, к сожалению, шансов не было, потому что в меня, блядь, попал задротик, и... На этом все закончилось. А вот это, короче, была просто быстрая перезарядка. Без усиления. Но у меня закончились патрики, поэтому... Блин, он вообще просто, он на самом деле прям рядом, давайте попробуем.
fight through the pain! Ближний бой, что ж ты так хуёво работаешь-то, а? Это был пулемет. Блин, ёбаная душка почему-то началась. Слишком рано. Сейчас, сейчас, вот сейчас все будет, блядь. Твою мать, нет, не будет. Дом, помоги. Да ебаный в рот. Сейчас, внимание на экран. Пошел Вархаммер. We're at the stairs now. Copy that. We'll meet you in the courtyard. What's going on up there? Well, there's a bunch of assholes with guns up here, and they're trying to kill us. Bear it out. Мы дошли до своего дома, родного. Oh, shit! Here they come! Пиздец, вот реально, можно ли как-то вытащить эту хуйню из себя? Ну это полный бред, блядь.
Ты просто секунду еще сидишь и ждешь, пока ты умрешь. More Dramatics. Oh shit! Here they come! Throwing frag! Good. Еще обрати внимание, как она тут кидается в этой игре. Топовая грена. Но если тебя попал, блять, этот задротик, то все. Oh shit! Here they come! Как и в любой современной игре, здесь есть ёбаный арбалет с ёбаными взрывными патронами. Ладно, этот заслужил. О, бумер. Блин, а я могу его попробовать распилить? Ага, хуй. Че я сейчас вообще не целюсь, чтобы он в меня не стрельнул? В принципе, да. Бля, Прайд, ты так рофлишь, как будто бы ты пытаешься мне сказать, что я наебал самого себя на деньги. Блин, я сейчас сдохну, надо прятаться. Пиздец. Взорвал. Marcus, I have something to tell you. Not now. Бля, я просто, знаешь, что сейчас вспомнил? Даже на паузу поставлю. Товарищ, короче, играл с товарищем в Доту. Товарищ был на Рике. И
Мы там играли с еще одним чуваком, знакомым товарища, который, блядь, всю игру, посначала первую половину игру, ему пиздел, блядь, купи дагер, купи дагер, купил дагер, купи дагер. В итоге, блядь, мой товарищ на Рике, блядь, делает где-то 15-2 у него счет. А где-то начиная со второй половины игры начал ебошить, блядь. И дагер он не покупал. И каждый раз, делая убийство, он повторял: а вот был бы дагер! А вот был бы дагер, блядь, сейчас бы минус 10 бы сделал. А чё, реально одной пули я его взорвал? Sweet. О, ебать. Ну его нахуй. Мне реально страшно, эти парни страшнее бумеров. Кстати, о бумерах. I'll take that. Где этот хуило? Блять, тут еще не прицелишься нормально. Не, ну этот заслужил. Блять, и... что ж вам так не имется смотреть в список зрителей, твою-то мать? Кристину попросил, не пали, блядь, контору. Это ты сам, блядь, посмотрел туда, зачем? God damn, is this ever gonna end? Control, this is Delta, go ahead. I'm detecting seismic activity inside the house. There might be locust tunnels inside. Copy that, Anya, we are aware. Woo, yeah, baby! What's up, ladies? Locusts are inside. There's something else here too, an APC behind the house. Now we can get out of this shithole. No offense. Да, она спалила, когда проверила, короче, список зрителей на стриме, написала, что он тут. Told you I'd fix it. Listen up, we don't have much time. Get back there and make sure that APC works. We're going in. На всякий случай петарды с собой ставлю, вон тут эти вот ракеты, которые шотят бумера, как я понял, как он меня. Забавно, враги в этой игре, они по 15 минут в одном укрытии не сидят, они тебя пытаются реально фланговать. I'll take those.
шансы были. Но я почему-то был уверен, что я умер после того, как он меня первый раз выстрелил. Я просто откуда идею этого ника взял? Я сижу на стримах у Гудка, и у него там где-то 5 таких человек. Всем тихо, Гудок хукает, всем тихо, Гудок какает, всем тихо, Гудок руинит и все прочее. И что забавно, это твинки разных людей. Stairs is clear. Baird, what's the status on that APC? The status is that it sucks. Clutch plate is cracked. I'm gonna have to take out the flywheel. Hey, Baird. And pull the drive shaft. Enough. For sure. Just fix it. Right. Roger that. I can do that. Did you feel that? It's gotta be another hole. Как по мне, эта игра вообще не для стрима. Только если не последнюю сложность ставить, но это не последняя сложность. Good to go. Вот есть игра, которую физически невозможно стримить. Это, например, точнее, ну ее, понятное дело, можно стримить, ее можно смотреть, но это, блядь, настолько скучно. Это, например, Skyrim. Я вообще, блядь, не представляю, в какой вселенной его интересно, может быть, смотреть. Got it. Или, например, я даже не знаю, ну вот что-то такое, знаешь, вов, вот не прохождение подземелий, там, не рейд, а, блядь, просто вот как чувак играет какой-нибудь вов классик, блядь, и сидит и просто дрочит квесты, блядь, и мобов, как это нахуй смотреть? Я даже помню, как ты играл в какой-то этот, в какой-то, боже, в какую-то игру. Мега просто сверху ёбищную на РГГ. И я реально фильм включил во втором, во второй половине экрана. Правда, я всего там пару серий посмотрел. Но не к любой все-таки. Все-таки любую соревновательную игру смотреть интересно. Вот реально любую. Я очень люблю доту смотреть. Ну, у конкретных людей, правда.
Или Counter-Strike. Вот что забавно, Overwatch я вообще не перевариваю смотреть. Возможно, потому что Overwatch это все-таки омега казуальная игра. Не, есть игра, которую я готов смотреть вообще у любого человека. Это Мафия и Among Us. Hey, потому что это всегда смешно. Nothing we can do about it. Keep moving. APC's online. We're coming in. Copy that. Тут где-то должна быть тайная лаборатория. Let's do this. Но я не помню где. Я помню, тут я что-то ебался с этим подвалом. Все время думал, где этот робот, блядь, гуляет, а он оказывается в невидимости, где-то возле нас бегает. There's only one reason Locust stopped digging. Check your ammo. А, ну тут хотя бы не по скрипту. Еще пытаются уроды. Marcus, it's open. Jack, hit the lights. Блин, походу я не дойду до этого веселого босса сегодня. Хотя у меня еще где-то час есть. Is enough data to get the job done? More than enough. Then let's get out of here. Anya, start pulling the data. I can't. The files are too big for this bandwidth. Then we'll take them with us. Jack, download this data. Confirmed, but it'll take a while. Guys, there's still a war going on up here? Get up here, will you? Give us your location. Front of the house, second story. Hurry up. We're on our way.
Anya, keep us posted on Jack. Got it. Ой. Ой. Так, а мы что, просто уходим? Помню, как мне на легкой сложности, на самом деле, в эту игру было тяжело играть. Сейчас я уже как-то более придроченный использую всю эту хуйню, которая есть в игре. Снайперка? Здесь? Out of the way. Nice. Я честно не знаю, правильно ли я иду, но походу другой дороги у меня просто нет. Да, кстати, Прайд, если ты еще здесь, как мне вообще нормально по звуку, по изображению? Все нормально, потому что я не особо слежу за стримом. Get up here, will ya? Wretches! Oh yeah! Не, ну это, конечно, очень весело по одному так стрелять. Давайте хотя бы и не взрываем. Передняя часть дома. Жопу, я возьму другое оружие. Я не вижу смысла с этой петардой ходить. И сейчас будет бумер, блять, в следующей комнате проверять. Здорово, парни. Look who decided to show up. The locusts are outside. Yeah, whoa! Bring it on, baby! Cole and I'll go protect the APC while you wait for Jack. Keep them out of the house. Ну я и говорю, блять, опять этот взрывной чучик. Sweet. Nice. Вот и он. Ой, нет, это что-то другое. Что это? Ты кто, урод? Твою мать. Где он вообще?
дом, блядь. Только не говори, что ты наружу вылез. А. Thanks, man. Кого стреляем-то хотя бы? Прям через огонь лезет, ни хера себе. Бежать, бежать за ним. Шо? Перебраться на зады дома. Здорово, Godfrox. Зады дома это где? Что ли, или убежал? Неплохо. Oh, yeah. Good to go. Damn it. Как правило, про эту игру слышат, когда вспоминаются снольные шутеры с убогими укрытиями и прочим дерьмом. Это просто первый представитель такого типа, который был хотя бы веселый, потому что дальше такая душка, блядь, пошла. Серьезно, у меня нет гранат? Мне вообще нечем взорвать эту дыру. Rock and roll.
Игра, кстати, мега древняя. Я сейчас скажу. Ей 16 лет. Вообще-то эту игру делали Epic Games. Кто там еще участвовал, я в душе не ебу. Microsoft был издателем. По-моему, People Can Fly и кого-то там еще назвал, они, по-моему, даже в начальной заставке их нету. Не, игра неплохая, если вот не брать в расчет то, что это, блядь, это типичный консольный шутан и все прочее. Тут есть веселые моменты. Я вот честно, я только сейчас, когда ты написал, я узнал, что 4 студии участвовали в этом. Everybody move to the APC now. Причем, по-моему, здесь надо просто бежать. Thank you very much. Подожди, People Can Fly, это же этот. Как эта хуйня называлась? Painkiller. Реально создатели Painkiller участвовали в создании этой игры? Damn it. Серьезно? Блять, игра, ты серьезно? Ты серьезно, блять? Ну вот, скорее всего, да. Но игра полностью спонсировалась майками для рекламы Xbox 360, чтобы хоть кто-то купил. Например, я. А, хотя нет, стоп, у меня был обычный Xbox. Пиздец, у меня Xbox 360 никогда не было. Короче, ситуация такая, что мне придется очень медленно идти. Когда-нибудь, может быть, кстати, во вторую и третью часть, которая эксклюзив как раз-таки для Xbox, поиграю через эмуль. Имхо. Потому что я что-то один раз в своей жизни видел на Xbox эту игру, она выглядела неплохо. Ну, вторую часть. Ну,
Но я только Painkiller знаю. Я просто увидел знакомое название People Can Fly. Блять, я как вспоминаю это, блять, Painkiller, который я проходил два раза, блять, я аж содрогаюсь нахуй. Эти бумеры просто заебут, блядь, сейчас. Ульт Шторм, кстати, я видел один раз, я только помню, что там в самом начале челики по вертикальной поверхности идут. Больше честно про этот Ульт Шторм вообще ничего не знаю. Только слышал, что он есть. Еще один бумер. А у меня 40 секунд времени, ебать. Добраться до ПТР срочно. Ага. А я не знаю, блять, как это делать срочно, потому что это просто пиздец ебаный. То есть я, блять, опять отсюда стартую. А у меня гранат-то нету. Рейты на это увеличение количества баллов, которые тебе идут на голосовые команды. Ну как в этих, в ММОшках всяких уебищных. Рейты X100, X10, X15. Бля, точность, конечно, в этой игре меня просто поражает. Чё, вот я пытаюсь понять, вот тут по пули, если нет. Даже если стрелять по пули, все равно... Умаева, му синдейру. НАНИ? УА ТАКУМИ ДЕКИДЕБУ! Пистолетиком бежит. А я, кстати, сейчас умру опять. Ага. Это ранг железа. Тут есть, короче, адепт, дерево, железо, бронза, серебро, золото, алмаз. И я, блядь, застрял в текстурах.
Заебись, блядь. Первый баг, кстати, который я вижу в этой игре. Да. Проклятое место, короче, походу. Заебала нахуй! Причем заебала, блин. Вы во что играете, сука, ёбаная падла? Gears of War игра называется. Everybody move to the APC, now! The one that I fixed. Ну, я пошел. Да, давай, пока. Я ненавижу, блядь, это место. Не эту игру, а конкретно, блядь, того, кто здесь, сука, чекпоинт ебаный не поставил, блядь, мудозвонище проклятое. У меня кончились грены, блядь, и ни одной гранаты тут больше нету. Говно.
Marcus, Jack's got the data. Everybody move to the APC, помоги мне. Now! The one that I think so, thank you very much. Теперь у меня проблема. You're good to go. Просто вот это уже натуральный пиздос. И это еще даже таймер не начался. Ну я не знаю, блять, я уж, наверное, скоро ёбну здесь стоять. Хотел так интересного босса добраться сегодня. И мне не да, мне так и не дадут гранату. Я не знаю, где она. Забываю про это говно. Гренки все ты. А, это, блядь, не гренки. Move to the APC now. The one that I think so much. Я не понимаю, что происходит. А они, блядь, два бессмертных, что ли? Я не понимаю.
Охренеть. А это вообще реально пройти, блядь? Ну просто, блядь, в принципе, блядь. Пидорас, который делал, блядь, это место, он вообще тестил это? Осуждаю, кстати. То есть я же даже не к тому, что там меня убивают. Окей, ладно, я даже готов весь этот ебаный дом через без чекпоинта проходить. Но я именно вопрос к времени. То есть, блядь, я когда вот так вот там рашу, меня же ебу. Может, есть какая-то секретная дорога? На юг, может, Еще по пару траев, и я, короче, сложность поменяю. Это место сломано абсолютно, блядь. Нахуй абсолютно сломано. Это, кстати, средняя сложность, невысокая. Дом, какой же ты тупорылый, ей-богу, нахуй. Как здесь рашить, блядь? Ебанулся просто. Я
это что, ёбнуться можно. What the hell? Причем вот если бы был чекпоинт, я бы еще как-то понял там. Можно было бы там прорашить, потренить разные стратки, но у меня, блядь, плюс 5 минут только из-за того, что уёбок, блядь, что не поставил чекпоинт после открытия двери. Конченый просто, бразина. Уже завязка игры. Affirmative. Command identified an emulsion sinkhole as our primary target. The train's going to deliver the bomb. Your targeting data will do the rest. So where to now? You'll rendezvous with the train at Timgad Station. Copy that. Delta out. Look out! Hang on! Aw, shit. Get this bridge down. Baird, you're with me. Dom, Cole, you watch our backs. Hurry up, man. That Brumac was right behind us. This place just ain't right. No, you don't, you piece of... Oh. Company! Ah, bring it! Cover Marcus. He's got the data. На самом деле такая цепь перемога, блять, после вот этого места замечательно. Мне вот реально интересно, как это на харде проходить вот то место. Очень, блять, интересно, но я не буду этим заниматься. Окей. Собираем мульон патронов. Так. Yeah.
They were waiting for us. They know what we're doing. Control, this is Delta. We're stuck at an open drawbridge. We need to restore power to this sector. Please advise. Copy that, Delta. Stand by. I see downed electrical lines near your location. Follow the waterfront to Nassar Memorial Park and attempt to repair. Roger that. Dom, you're with me. Baird, Cole, you two guard the APC. This is nuts. There's gotta be another way. Baird, my squad, my call. Be ready to move as soon as the power comes back online. Whatever, boss man. Боссман звучит как, не знаю, какой-то хуйман или что-то такое. А? Блять, я не увидел того, что я должен был испугаться, сори. Man, you sounded just like your old man back there. Yeah, well, screw my old man. He thought he could prevent this war, and look what happened. Yeah, well, now his mapping data is gonna help end it. Somehow, I don't think he'd appreciate the irony. Походу до босса все-таки не дойдем сегодня. Не знаю. Мне еще 10 минут где-то играть. Че, с кем воюем? А. Не, ну, конечно, именно... Ну, хотя не знаю, блядь. Мне еще где-то примерно... Сколько осталось? Около 23 минут играть. Имхо до самого босса мы дойдем. Единственное, что... До электростанции вряд ли доберемся сейчас. There's an alternate route, but you'll have to backtrack to the bridge. No time. Baird, you copy this? Don't we have a train to catch? Coordinate with control, get to those lines. We'll clear the park and meet you there. We're on it. Thank you.
двойка. Твою мать. Зря я вылез. Где-то аж сзади палит. Нихера себе. Интересно. Ну, до дома не добраться живым. Там вообще забыл. Я что-то думал, блять, как ты написал, ушел за чаем, пришел, уже успел прийти человек и уйти, блять, уже минут 15, а ты такой, блять, пропустил сейчас, на самом деле. Я сейчас успел возненавидеть эту игру, блять, в одном единственном фрагменте. На скорость бежать, когда в тебя стреляют. А, там никого нет за этой тройкой уже. Тройка, есть еще и стационарная труэль. Close to those power lines. Can you see anything up there? I think so. Just up ahead, across the park by that old theater. Move out and get Jack to start the repairs. We'll meet you at the power line. Grubs! Oh, it's game time, baby! Мне не в кого стрелять. Абла. Бля, Прайд, у вас реально что-то не в порядке со слухом вместе с Кристиной, блядь. Hey! Yo, what's up? Gotta be close to those power lines. Can you see anything up there? I think so. Just up ahead, across the park by that old theater. Move out and get Jack to start the repairs. We'll meet you at the power line. Grubs! Oh, it's game time, baby. А да, кстати, блять, надо этот Elden Ring же поставить на предварительную загрузку, ё-моё! Пока сервера Steam не перекрыли в России. Ah!
Я этого больше боюсь, чем слабой скорости. Габен не перекроет, а вот, блять, наши могут. А через VPN, блять, игру качать — это ебанешься. Я тоже так думал, пока не поговорил с людьми из этого Крыма, у которых, по-моему, Steam перекрыт с 2014 года. Мне совсем не нравится. О, наш дядя. Но я не буду говорить, что прям вот в Стима вообще нет в Крыму. Они просто здесь с ростовскими айпишниками сидят. Are heading their way. What's your status? Approaching power lines now. Be advised, the train is accelerating to avoid capture. Your timetable just got a whole lot shorter. Holy shit, it's back. Keep that thing away from the power lines. No problem. Watch this. Hey, stupid! You want some of this? Come and get me! Get out of there! Go, 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 go! Are you totally insane? Блять, Том, ты заебёшь? Да. Пришло время включать песенку про динозавриков. Блять, 16:04 время. Ёб твою мать.
Кстати, эксклюзивно для PC-версии сделали так, что его можно убить здесь. Особым образом. А со Сноли это нельзя было сделать, от него можно было только убегать. Дом, блядь. Ебать охуенные баги. Дыры, походу, не доберусь никак. Вообще, до конца игры остался реально где-то час, но у меня через 54 минуты смена. And we're headed back to the power line. Shit! Damn it, Bear! Get the hell out of here! А нам куды? Понял. Over there. Я сразу попробую перекрыть. Неувязочка вышла. Судя по звуку, кто-то уже дверь пилит. Let's grab some ammo. Shit, we've got a grab hole! Keep him away from Jack. Помню это место. Shoot the legs.
coming! Aim for his feet! Да, я закончу через 6 минут. То, что у меня через 50 минут смена. This is Delta. We've repaired the power lines, but there's a Brumac here. Please advise. Over. Anya, you read. Must be a cedar. Close. Okay, looks like we're on our own. And we need to hustle. Bear, Cole, regroup with us behind this theater. Got it, dude. Has to be a back door. Let's split up. We'll find it faster. Давайте по хардкору через портом. Head upstairs. Кристин, я правильно понял, что когда слышишь факт, ты слышишь вот этот звук? Сейчас покажу. Ой, не вот этот, а... No hand roof, Dom. You gotta think of something else. Вот этот, да? Блин, вы, у вас реально какие-то проблемы, блядь, у обоих. Блин, а мне пиздец. Ладно, ребята, в общем, я сейчас заканчиваю. Что? Этот взрывной болт поставил точку в сегодняшнем прохождении. Да, с смертельным номером. Завтра, соответственно, буду играть в овер днем. Постараюсь отыграть один с игр, хотя я хуй его знает, как я это буду делать. Но я попробую. Обязательно. Да, кстати, у меня днем всегда есть качество, если начинать до 9 часов вечера, поэтому я теперь всегда буду стримить Full HD. Эх, хорошо.
А, да, поставить скачивание. Я думаю, минут за 40 оно загрузится. Все, всем огромное спасибо, что смотрели. Всем удачи. Увидимся завтра.